Плантаций больше нет. Но вертолет был вынужден улететь без бритвы С-4. Ему приказано следовать на север, вглубь вражеской территории, в поисках новой точки эвакуации. Это единственный шанс убраться отсюда. А вы находитесь на канале Asmodee Play. Играем. Снайпер, воин, призрак. Первая. Они сейчас будут в твоем GPS. Как доберешься, сразу выходи на связь. Мы вышли в вертолет. Сам понимаешь, вертушка не может тебя ждать там заранее. Принято. Я займусь этим. Так. За мной охота не будет вестись случайно? Мама 2, это бритва 6-4. Я наблюдаю позиции ПВО по всей долине. У вертолета будут проблемы здесь. Прием. Принято, бритва 6-4. Тебе придется нейтрализовать зенитные орудия в секторе. Вертолет нигде больше сесть не сможет. По данным со спутника, здесь всего 3 зенитных позиции. Сообщи, как зачистишь долину. Понял, мама 2, приступаю. Еще кто? Нормально. Ну, мне нравится, по крайней мере. Неплохо, неплохо. Только на дальнюю дистанцию есть что-нибудь? Хопа, у меня еще и пистолет есть в случае чего. Бойтесь, бля. А над рекой стоит туман, над дурман травой стоит туман. Так вот, пу-пу-пу, перестрелять всех там нахрен. Домик. Домик закрыт. Так, подожди, вставай, стой. Ты что там делал-то? Непонятно, ладно. Теперь вы разбросаны вдоль дороги. Тоже нифига, да? Какие-то вы неправильные. Я на вашу шайку... Я хочу посюда, вот что, не могу. Блин, блинский. А мне туда надо, если? И вот так вот я должен подниматься кругалями. Падла немощная. Он еще куда-то сюда должен смотреть. Опа. Да опаньки. Да опатушеньки. Да иди-ка ты нахрен. По-любому не сюда. Так, а как мне туда попасть-то? Огибать что ли все это дело? Ты хоть выгляни. Понимаю, почему нельзя было. О, так, я зашел, я иду, я тебе беду несу. Мама
Мама 2, это бритва 6-4. Как тебя не было чтобы тут? Уничтожить зенитки потребуется приличная взрывчатка. Есть идеи, прием. Судя по этому, в деревне южнее твоей текущей позиции есть склад оружия. Возможно, что-то найдешь там. Только осторожнее, они там так и кишат. Попробуй найти точку в развалинах, чтобы расчистить себе дорогу. Принято, приступаю. Так, точку в развалинах. Что у вас здесь есть, господа террористы? Он всегда был нашим. Так, ну понятно. Ну-ка дай-ка я схожу, посмотрю, что у него здесь. Аптечка. Вот все. О, тварь. Так. А из кого-то? Где радио? Прямо вот. Где-то не вижу. Блин, ладно, хрен на тебя, на это радио. Мама 2, вижу в ближайшей деревне гражданских, которым угрожает опасность. Прошу разрешения вмешаться. На твое усмотрение, предложение. Так. И ты тоже сам. Ну не успел помочь, не успел, ничего страшного. Я-то жив. И здоров. Ну, вроде как отпустило и полегчало. Ага. Так, ты, который лицом ко мне стоишь, сразу. Ты как так с разворота, да по мне? Вижу. Это корова. Му-му. Я думал, ты туда побежишь. А ты, оказывается, еще и бегун хреновый. Понятненько. Идем. Так. Идем по низу. Поверху мы точно не сможем слезть. Это дереволаз, потому что они персонаж. Так.
Где-то. Давай, где-то. Слева, справа. Ушел. Вот так. По одной штучке будем вас гасить, значит. Я видел вас я вдалеке. Ты патрульную службу нес. Вот он ты. Так. Вау. Все. Очень большую угрозу устранили. Где ты? Вот так вот. Как ты, блин, службу несешь, я не знаю. Муму, тебя не трону. Так что, говнядина, живи. Подожди. Подождите, не спешите. Давай. Куда, блин? Сюда. Все-таки. А, конечно, сюда. Я нашел достаточно пластиковой взрывчатки. Приступаю к нейтрализации зениток. Все. Давайте тогда оттуда и начнем, где мы были, чтобы потом туда не возвращаться. Тем более там мы уже почистили все. Блин, где я? Вот он я. Беги, беги. Давай. У тебя спортивное дыхание. Ты же потому что американец, ты спортсмен. Вы все такие там по играм, которые сами создаете. И первая готова, осталось еще две. Все нормально. Это прекрасно. Ну, сейчас это быстренько так. Что у нас там? 200 метров и 600 метров. Которые на 200 метров мы тоже тут расчищали. А, это вот группа людей, поди, это, сторожила их. Где я тут перебью-то их?
Так. Вот здесь я их перестрелял. Блокпост. Зачем мне пистолет с глушителем, если я им не пользуюсь? В основном. Потому что хрен кого завалишь из него. Как надо. Давай, давай, давай. Так, какое тут? На. Номер два готов, последний осталось. Так. По дороге прифронтовой шел солдат в шинели новой. Блин, вот сюда. Ну, неплохо, да, я пробежал. Кто, кто в домике? Туки-туки. Никого, ладно. Приму на веру. Тент вижу. Странно. На. Ой. Подожди, ты же с товарищем был, да? Вот все. Я вас не разделил. Тут сзади где-то. Ну, почему вы такие балбесы с одной стороны? Вот так вот. Ой, ладно. С вами весело, конечно, но пора. Пора сюда. Меня же люди ждут. А их нельзя заставлять ждать. Без меня улетят. Дело такое, да. Сейчас смотрите, как шапка только брызнет. Метко стреляет, смотрите-ка. Ой. Понятия не имею, что вы там стояли, до этого не нападали. Я же стреляю здесь. Ай-яй-яй-яй. А, вот что вы охраняли. А тут можно как-то, не знаю, обойти все это дело. Подожди. Бумк. Давай.
Вот сюда. Теперь смотрим, кто по нам стрелял. Откуда-то вот отсюда. Но я что-то никого не вижу. И на вышке многие нет. Ног нету на вышке. Бум! В очки. И опять ни одной реакции. Вам что, насрать на кореша как-то? О! В упор не вижу. Где ты там, в воде что ли сидишь? Видел. Видел, ты бежал. А чё вы бежите на меня в атаку-то? Идиоты. Вы же знаете, что вы NPC, и вы не сможете отреагировать. Затаиться, смышиться и тому подобное. Ой, ой. Последнее. На. Прям на сидушку. Битва 6-4 вызывает маму 2, прием. Воздушное пространство для вертолета свободно. Двигаюсь к точке эвакуации. Принято. Блин, а... Сигнал для посадки вертолета. А где мы? Как мне к тебе? Так, ну, это остров, здесь нет. Значит, идем обратно. Давай, давай, давай. Передвигать своими ножками. Там, где, наверное, гражданских казнили. Туда, наверное, дорога-то ведет. Беги! Хоп! Хоп! Или где этот... Первая зенитка была. Но там опять камней много. Ладно, пока по главной пойду дороге. Подожди, мне точно туда-то? Блин. Хреново будет, если не туда. Давай, куда тут? Еще немножечко вокруг вот этой хрени бежим. Вот уменьшается. Ну-ка, где карта? Так, нажмите 5, чтобы взорвать. Так, мне как бы вот это-то не надо.
Я не знаю, мне куда, сюда, обратно идти. Или как-то надо было через остров все-таки идти. Нет. Ну-ка еще разок попробую подняться. Давай. Все, нет. Блин, значит обратно туда бежать надо. Все это дело. Ни хрена себе. Ладно, давайте пока. Телепортируемся. Так, вот мы на острове. И как нам туда? Как-то вот сюда в бок надо сейчас уходить. Давай. Пердун, давай. Вот посюда вот, значит, я пойду. Ни хрена себе, крокодила! Ты меня напугал. Вот так. Все, правильно, значит, иду. Если мне эти чудаки встретились, значит, правильно иду. Так. Так. Сейчас нам сюрпризы-то не нужны. Все. Ну, слава богу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.